В этом году бюджет Чувашии по предварительным данным недополучит 300 миллионов рублей за закрытие пивоваренного завода в Новочебоксарске и снижение производства ликера водочного завода «Чебоксарский». Для сравнения, этих средств хватило бы на строительство двух детских садов. Такую статистику привел Михаил Игнатьев на заседании Координационного совета по обеспечению правопорядка в республике. Кроме того, на Корсовете обсудили вопросы, связанные с оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции. Серьезный урон экономике Чувашии наносит и реализация нелегального и фальсифицированного алкоголя. Во время совместных рейдов Минэкономразвития с МВД и Управлением Роспотребнадзора было изъято более 7 тысяч бутылок. 38 наименований водочной продукции, причем это в основном вся завозная продукция. Также, это как, кроме как в дневное время было исследовано, тоже в ночное время мы проводили исследования. И в 30 объектах, в частности, если это по городу Чебоксары, основной у нас потребитель, 30% от всех выявленных, проверенных объектов установлены факты нарушения или продажи. Приостановлено действие лицензии предприятий, которые реализовывали фальсифицированную и некачественную продукцию, а также нарушали правила торговли. По данным МВД, в первом полугодии выявлено 43 преступления, связанных с перевозкой, хранением и сбытом продукции, не отвечающей нормам безопасности. В прокуратуру передано уголовное дело о незаконном использовании товарного знака. В отношении организованной преступной группы в составе трех жителей Чувашской республики, которые в период с 2012 по 2013 год занимались изготовлением, транспортировкой, реализацией нелегального алкоголя в розничные сети, расположенные на территории города Чебоксар, Батыревского, Маргаушского, Комсомольского, Полесского и иных районов республики. Прибыль от их незаконной деятельности составила более 10 миллионов рублей. Говорили на Корсовете о продукции, произведенной в Чувашии, и о той нише, которую она должна занимать на рынке. Михаил Игнатьев посещает торговые точки и крупные сетевые магазины. Не раз интересовался наличием в них местных товаров. Но зачастую на полках либо вообще не было чувашской продукции, либо она стояла не на выгодных местах. Есть и ценовая проблема. Сегодня в среднем розничная торговая наценка на алкогольную продукцию от 18 до 35%. Свою наценку делают и оптовики, что в свою очередь значительно удорожает продукцию относительно привозной. Специалисты считают, что происходит это во многом из-за недобросовестной конкуренции. Было возбуждено дело по соглашению между ФГУП и Беркут-3000 о устранении с рынка оптовых игроков. И мы доказали о том, что переход ФГУ на работу исключительно с Беркут-3000 привел к удорожанию оптовой цены на нашу ликероводочную продукцию на 2 с лишним %. Это вот там общий процент был менее 10. Сегодня, когда мы слышим уже, что остались эксклюзивные оптовики, дистрибьюторы, процент доходит до 18. Это вот искусственно созданная ситуация. И тогда Роспиртпром судился с нами, все суды поддержали наше решение о том, что недопустимо подобные соглашения по устранению конкуренции на оптовом рынке. На совещании также затронули вопрос о бренде. Раньше торговая марка «Акатой» принадлежала предприятию. Сейчас ее правообладатель – частное лицо, а производится продукт в Самаре. Похожая ситуация была и с другим чувашским брендом. Это акт недобросовестной конкуренции, прямой. Аналогичная ситуация у нас была, когда Савва на своих торговых сетях начала продавать китайскую продукцию под видом нашей чулочки. Мы сказали, что это акт недобросовестной конкуренции, нужно запретить. Они с нами долго судились, мы отстояли наше решение. И эти магазины все сменили вывески и уже не выдают свою продукцию, как за продукцию нашей республики. Поэтому здесь все механизмы по пресечению подобной деятельности с нашей стороны есть. От недобросовестных поставщиков страдает не только репутация региона, но и экономика. В республике сократилось поступление налогов от акцизов. До конца года, по прогнозам налоговиков, получится собрать лишь 366 миллионов рублей, что на 50% ниже запланированного. Председатель кабинета министров Чувашии Иван Моторин рассказал, что накануне встречался с руководством филиала Росспиртпрома. На встрече были озвучены предложения правительства о расширении списка оптовых продавцов и замораживании цены на продукцию. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика.